на самом деле, я буду рассказывать о существующем опыте. Не просто так, чуть-чуть поясню. Зовут меня Лев, фамилия Полей. И до недавнего времени, буквально еще 2 недели назад, я был человеком, который возглавлял службу информационной безопасности. Да, вот они здесь присутствуют, тоже решили прийти меня поддержать, послушать, за что им огромное спасибо. И в течение 8 лет было много итераций, в рамках которых, собственно, мне удалось собрать большую, очень дружную, симпатичную команду, которая насчитывала на момент моего ухода порядка 40 человек, насколько я понимаю. Ну, порядка именно, не будем точную цифру обозначивать. Вот. Причем мы умудрились каким-то образом внутри нашей службы наскрести все-все-все виды специализации в разных их проявлениях. И как так сложилось, что параллельно с этим в 2022 году я начал еще заниматься созданием программы кибербезопасности в онлайн-университете Skillbox. И был такой небольшой подход для того, чтобы связать вот эти все маркетинговые исследования с какой-то базовой практикой. Я попытался, значит, сделать несколько тредов, то есть показать задачу, которую мы выполняем ежедневно, в коннотации и в синхронизации, собственно, с теми процессами, которые обычно идут в заглавии у таких профессий. Получилось, ну, на мой взгляд, довольно контентно, потому что я шел не от романтики, которая зачастую окружает профессию. Ну, вот вы видели все, да, кибербитву, там, красные против синих, красные всегда выигрывают, огромные недопустимые события и прочее. Вещь, которая вообще к жизни никак не относится. И хотел бы рассказать еще, наверное, относительно студентов. Вот. И как эта профессия сама по себе строилась, да, почему она выглядит именно в таком виде. Потому что, вот, допустим, есть специализация Network Security или инженер по информационной безопасности. Это классика, но при этом надо сказать, что для разных компаний потребление этой специальности оно будет совершенно разное. Network Security инженер, работающий в компании Telecom, будет ориентирован на определенные там, собственно, мероприятия, причем будет ориентирован на какие-то однотипные мероприятия, потому что огромное количество устройств, соответственно, у него будет нагрузка, если при выдаче доступа, то корректировка одних и тех же параметров на большом стеке устройств. Чуть дальше он уходит в системную архитектуру, то есть это вот как раз-таки его рост как таковой. Если смотреть на того же Network Security инженера внутри промышленной компании, то, исходя из того, что этих устройств не так много, они другого уровня, архитектура сама по себе выглядит немножко по-другому, не учитывает какой-то стек, комплекс средств, интегрированных друг с другом, вот прям вот в той степени, как это может быть в телекоме, допустим, то, соответственно, и набор действий у этого человека будет гораздо более разнообразный. Да, они будут, наверное, менее нагружены, то есть меньше будет зависеть инфраструктура от действий конкретного человека, но при этом сам набор действий будет для него довольно полезен. Ну, это если говорить про Network Security инженера. Если будет запрос, то я могу рассказать еще и о базовых ценниках, которые существуют на эти специализации. Вот. Но с учетом количества и качества наблюдающих, пожалуй, не буду на этом останавливаться. Цифры, потому что на периферии они выгодно отличаются внутренними сторонами. В чем проблема? Ну, штука какая? То есть очень правильно прозвучало от человека из зала, да, то есть на тему того, что, собственно, ну, штука с ценами, она не будет отражать, наверное, в периферии, да, то есть и в Москве одну и ту же какую-то поверхность. На самом деле нет. Сейчас все это сильно меняется. После 2019 года история с ценами на все специализации, которые не требуют физического присутствия, начинают довольно сильно сближаться. И разница между регионом, собственно, и Москвой, она не такая уж и большая на самом деле. Но это мы проговорили про Network Security инженера. Опять-таки, есть отдельная задача, да, то есть подумать, а где же ведь на текущий момент та или иная специализация может быть в большем фокусе. Вот это вот очень важный и такой довольно интересный момент. Но перед тем, как это сделать, на примере, опять-таки, Network Security инженера, я бы обратился к вопросам о том, какие действия он может совершать на раннем этапе, когда ему всего там лет 20, да, то есть и с того момента, как ему становится там чуть-чуть побольше, и он обрастает дополнительными функциями. К формированию профессии я подходил в этом плане как обычно, да, то есть и
делал это в табличном формате, описывая туда поочередно, собственно, все действия, которые итерационно совершает тот самый специалист. И получается следующая история. То есть вот у нас есть специалист по внедрению, модернизации, поддержке системы информационной безопасности. И основная история, которая у него начинается, это, ну, если по процессу идти сверху вниз, то первое действие – это определить основные требования компонентных средств защиты. Дальше у него формирование ролевой модели, установка компонентов и определение регулярных, периодических, разовых операций. После этого уже выполнение этих операций в виде администрирования систем и интеграции этих систем. Причем, если посмотреть немножко дальше, то на уровне джуна, то есть человека, который только-только взял и, собственно, пришел в профессию с каким-то базовыми знаниями, может быть, курсами, обучением, то на его долю, скорее всего, попадут следующие операции. Это определение требований к инфраструктуре, то есть некое описательное действие, базовый разговор, анкетирование, скорее всего, потому что на стартовом этапе коммуникационные навыки чуть-чуть отстают, и, исходя из этого, ну, если есть наработанный шаблон анкеты, да, то он поможет нивелировать эту разницу в коммуникациях. Формирование ролевой модели доступа, потому что это просто рутинная операция, а дедовщину никто никогда нигде не отменял. И, соответственно, и с первого, и со второго этапа, ну, то, что можно сделать руками без включения какой-то экспертизы, да и, в принципе, головы, будет доверено тому самому молодому специалисту. Возможно, будет доверена какая-то интеграция. Но именно в той части, если у человека действительно горят глаза, он хочет поразбираться, интеграция не несет какой-то сильной значимости для будущей интегрированной системы комплексной, но при этом является достаточно сложной и трудоемкой для изучения. Примерно вот в таком формате я бы хотел пройтись по всем, собственно, профессиям. Потому что если смотреть дальше, то после джуна появляется мидл, человек, который уже умеет настраивать, который умеет администрировать, который умеет эксплуатировать, и он уже может отвечать за установку компонентов, их настройку и последующее администрирование. На третьем этапе появляется такое понятие, как инженер-архитектор, который уже сам формирует архитектуру и распределяет те самые задачи. Ну вот таков рост, на самом деле, Network Security инженера практически любой компании. Наверное, по этому процессу не имеет смысла проходить для каждой профессии, но давайте, наверное, посмотрим на примере Network Security инженера или инженера по эксплуатации системы информационной безопасности в целом о том, где они нужны. Ну, на самом деле, очевидно, что они нужны практически везде, потому что сетевое устройство, сеть – это в целом основа, и требования к ее безопасности, да, то есть зачастую не делаются на этапе дизайна, соответственно, все, что требуется переработать, переделать, переосмыслить, это всегда более емкая работа, так же, как и перечитать и переписать чужой код, на самом деле. Поэтому потребности в Network Security инженерах, особенно с учетом тех парадигм, которые сейчас ловят свой хайп, это Zero Trust и прочее-прочее, оно будет только расти, но основными потребителями, опять-таки из-за того, что уровень зрелости им позволяет дойти вот только до использования конкретно этого момента, это госорганы, промышленность, банки и телеком. Операторы. Почему туда не имеет смысла включать разработчиков программного обеспечения? Потому что уровень локальной вычислительной сети для них не очень важен. Они в основном используют облачную инфраструктуру, и, соответственно, подходы к защите у них также будут немножко другие. Если передвигаться между другими популярными и довольно серьезно востребованными на рынке специализациями, то следующий я бы выделил тех ребят, которые задействованы в Security Operations Center. Вот. Причем здесь есть разделение на первую, вторую и третью линию, и тут самое простое – описать перемещение джуна, который только что пришел в профессию, можно как раз-таки перемещение между первой, второй и третьей линией. Ничего сложного. То есть на первом этапе такой специалист приходит для разбора инцидентов, ему нужны базовые знания сети, базовые знания систем. При этом он занимается довольно рутинной работой, но если глаза горят, есть внимательность, желание что-то найти, то всегда есть путь наверх и путь на следующую линию, линию аналитики. На самом деле уже давно не существует L1 и L2 вот, в классическом виде, когда вот только-только конвейер. Это, наверное, может быть реализовано на уровне МССП. И здесь присутствующих, это, наверное, вот те ребята, которые, ну,
не буду я называть имена вендоров, не очень мне хочется, на самом деле. Вот. Ну, те ребята, которые организовывают сервис-провайдерские центры, да, то есть и доставляют свои сервисы и услуги уже до промышленных, образовательных либо каких-то других компаний. И вот для них конвейерная архитектура, она вполне себе логична и понятна, она эффективна, потому что довольно много событий разного рода, хотя бы их категоризация, первичный триаж какой-то, разбор, эскалация – это тоже механические операции, которые в целом, ну, должны выполняться зачастую человеком, пока еще не произошла автоматизация. И да, на этом уровне действительно возникает потребность специалиста на начальном уровне. Дальше он уже, пообучавшись, поняв, как строить алгоритмы реагирования, плейбуки писать, переходит на вторую линию, обрастает дополнительными инструментами, которые позволяют ему разбираться, собственно, в том, откуда пришло событие, да, какая цепочка может быть задействована в этом, что можно при этом порекомендовать группе реагирования. И вот уже поняв, пропустив через себя все это, переходит на третью линию и уже может заниматься форензикой, подтверждением гипотез, возможно, MLV-аналитикой какой-то, но об этом немножко позже. Такой вот рост, наверное, у Security Operation Center. Если, опять-таки, посмотреть, кому нужны Security Operation Center, то здесь нужно учитывать внешний контекст. Сейчас то самое время, ну, я не упомянул об этом для Network Security инженеров, и для них такое же самое время, да, то есть когда большинство средств, связанных с Network Security, начинает импорт замещаться, а, соответственно, должно быть огромное количество рук для того, чтобы, с одной стороны, поддержать предыдущую инфраструктуру, а с другой стороны, спроектировать, имплементировать и описать ту инфраструктуру, которая рождается после вот этих действий по импортозамещению. Security Operation Center в этом плане тоже довольно интересная штука, потому что там тоже есть импортозамещение, и, соответственно, перемещение базы контента уже наработанной, зачастую не менее сложной задачи, чем внедрение с нуля тех самых систем, которые являются ядром сока. И поэтому в первую очередь разделение такое: госорганы, промышленность, банк, телеком и интеграторы. Это так. При этом, вот здесь есть небольшая детализация, об этом немножко поговорим, в госорганах сокеров ждет реагирование на инциденты, мониторинг и операционный контроль. Ну, ровно потому, что для госорганов есть понятие в том числе отраслевого центра госсопки. Исходя из этого, и часть функций может быть ограничена. Опять-таки, зачастую организации государственные не представляют такого большого интереса, потому что, ну, утечка документов, да, понятно, то есть это намоленный инцидент в этом плане, но ограничение в части передачи части функций там наверх приводит к тому, что по СОКу будет реализовано всего две операции. Реагирование инцидента, мониторинг и операционный контроль. Классически. В промышленности, возможно, добавление, формирование и оптимизации правил корреляции и формирование плейбуков. Вот. Потому что промышленность в этом плане настолько сильно зарегулирована, плохо говорить, не настолько сильно зарегулирована, так просится, чтобы дорегулировали. Не стоит. То есть здесь есть возможность, исходя просто из того, что инфраструктуры разные, да, то есть могут быть довольно сложные, то, соответственно, будет дополнительная нагрузка в части доформирования каких-то классических плейбуков. Вот. Если же смотреть в банки и телеком-операторы, то тут полный спектр того, что может быть использовано, но при этом появляется еще для части, наверное, узкоориентированных интеграторов нагрузка по атрибуции и доставке до криминалистики и анализ цепочек атак. Анализ цепочек атак будет характерен для тех коллег, которые имеют точки подключения к нескольким компаниям и совершают агрегацию, обработку событий как раз-таки с них. Вот. Если разобрать следующий трек, то это Compliance Manager. Ну, это, наверное, самая старая профессия, самая нелюбимая всеми. Хотя есть у меня замечательный человек, который к этой профессии умеет относиться творчески, и результаты у него получаются прям потрясающие. Константин, в твою сторону. Вот.
Compliance Manager, ну, это, по сути, то, что всегда требовалось. Это классический бумажный безопасник, который вычитывает, парсит, по сути, требования из документов, да, сводит их в определенный свод, пускай будет такая тавтология, и с помощью этого свода может определить, насколько процессы, настройки внутри определенной компании, ну, отвечают требованиям законодательства. При этом даже из этого мероприятия вполне себе можно сделать такую творческую процедуру. Вот, потому что compliance manager, он требуется везде. То есть все компании являются его потребителями, потому что кто бы то ни был, все подходят под действие того или иного законодательства. И зачастую само по себе законодательство, оно друг на друга вот очень сильно похоже, ну, либо мержится там процентов на 70. А что делает compliance manager? Ну, это определение требований Б, это определение угроз, составление перечня контроля и разработка регламентационной документации. Потребность в compliance manager всегда есть, но исходя из того, что это и самая, наверное, такая простая для первичного входа, не для развития, а именно для первичного входа профессия, то ценник входной на этом рынке, он как раз-таки не очень значительный. Ровно поэтому. Вот. Что можно сказать о развитии compliance manager? Ну, здесь все зависит от цепкости ума, наличия какой-то юридической, видимо, жилки, да, то есть и неунывающего творческого подхода. Если все это есть, то в таком контексте compliance manager может расти и до ЦСО, вот, использовать свои организаторские функции, коммуникационные возможности, заорганизовать всех, кого можно. Вот, и в таком виде тоже. Но это не единственный путь, и об этом мы поговорим немножко дальше. То, что сейчас находится в фокусе, ну и да, конечно, compliance manager сейчас тоже очень нужен, потому что та динамика, с которой выходит изменение законодательства, которая вообще, в принципе, до, наверное, 18 года не сильно нас чем-то потрясала, с 18 по 22 год такая потрясающая, наоборот, совсем. То есть порядка 16 корневых изменений в документации с выходящими из этим изменений в процессах. И тут задача творческого compliance менеджера как раз-таки сделать так, чтобы процессы можно было, ну, уж настолько серьезно не курочить. Вот. А поберечь здоровье, нервы своих коллег, оградить их от этого и в нужном формате это все переописать. В этом есть такая вот небольшая счетовая функция, что тоже очень важно. Следующая специализация, про которую хотелось бы поговорить, это Application Security. Здесь у нас, конечно, потребители тоже все, но в первую очередь, наверное, это ну, разработчики ПО сами по себе, да, то есть банки и телеком-операторы. И здесь очень интересная штука, потому что если в разработчиках ПО там прям огромный набор функций, то самый менее требовательный к этому отраслевая компания, это промышленная компания, то есть, соответственно, здесь может быть анализ функций, структуры приложения, формирование модели угроз приложения, формирование требований к каждому коду и среди виртуализации, и выстраивание процессов проверки исправления, то есть некий цикл CI/CD с элементами SSDLC. Если смотреть дальше, то для разработчиков ПО и интеграторов добавляется история со встраиванием процессов SSDLC и дополнительные проверки инструментальные с точки зрения исходного кода. В том числе у разработчиков ПО может проводиться пентест приложения, в том случае, если это приложение, оно идет на продажу. Ну, не для собственных нужд, а в части бизнес-целей. Тогда да, действительно, может быть и так. В этом плане пентест приложений не проводят банки и телеком-операторы, ну, либо в крайне редких случаях, потому что для них приложение хоть и важное, да, то есть, но оно, по сути, является сопровождающей деятельностью. Если не брать, конечно, IT-банки, да, и те, кто объявил себя IT-компанией, для которых единственный канал доставки пользы – это как раз-таки интернет-ресурс. Для них, возможно, также для конкретного приложения будет заказываться пентест. Но, скорее всего, он будет заказываться на аутсорсе, потому что рождать этот процесс внутри крайне бесполезно. Так, как растет человек, который занимается application security?
Это можно прям задать вопрос человеку, который здесь присутствует. Но я попробую своими словами сначала описать. Выглядит это следующим образом. То есть сначала это инструментальный анализ, дальше это создание некой архитектуры уже комплекса средств, который будет обеспечивать встройку в CI/CD элементов SSDLC. Ну, а после этого уже формирование там всех контролей, передачи этих контролей в сопрягаемые системы и рождение дополнительных процессов, которые будут поддерживать эту деятельность на плаву в течение какого-то процесса времени. И вот уже это архитектор Application Security, а не просто человек, который что-то ручками там потыкал. Мы, на самом деле, практически по всем специализациям в том или ином мире прошлись, и теперь, наверное, надо поговорить про аудит защищенности. Это самая романтическая штука. Зачастую ребята приходят как раз-таки с идеей про вот хакеров, которые что-то начинают ломать. И, ну да, наверное, элемент такой работы тоже есть. Вот он присутствует здесь, на PhD Days, в шатре, который, собственно, делает кибербитву, да, там это действительно все выглядит классно, короче, вот есть стендики, какие-то мелькают штучки, туда-сюда, все хорошо. Но на самом-то деле эта работа, она требует, ну, во-первых, ориентировки на нее с самого начала, то есть интереса к тому, как устроено то или иное системное прикладное программное обеспечение, понимание о том, как можно обнаружить уязвимость и как ее можно использовать. То есть именно... И, наверное, очень такую хорошую держалку в том плане, чтобы, ну, не удручаться, если что-то с первого раза не получилось. Потому что и технически это тоже довольно сложное мероприятие. В том числе и по времени, нагруженное. Рутинные. Вот это что самое интересное. Потому что первичное представление каждого человека – это то, что вот сейчас я как Д'Артаньян пойду кого-то атаковать своей шпагой и обязательно найду дырку, куда свою шпагу, собственно, смогу подвоткнуть. Вот. Но это требует определенного образования и, опять-таки, привычки к рутине. Где требуется у нас аудит защищенности и пентест? Наверное, если разделять вот так вот, можно сказать, что есть внутри аудит защищенности, как аудит защищенности, который предполагает инструментальную проверку, это когда вам предлагают получить реквизит учетных записей и сразу после этого, собственно, провести инвентаризацию инфраструктуры с помощью этого, а дальше идет вот, ну, рутинный сбор отчета с распределением нужных уязвимостей, активов и классификаций. То есть эта часть работы для понимания занимает, наверное, процентов на 300-400 больше времени, чем вот сам инструментальный анализ. Настроил задачу, настроил нужные пробы, настроил нужные сканы, собственно, и нажал кнопочку. А дальше идет разбор и попытка проверки, как это происходит. Это вот если именно аудит защищенности брать. Но при этом вполне может из этой подфункции выйти процессник, который будет заниматься управлением уязвимостями внутри организации. Тут действительно будут элементы инженера по информационной безопасности, он будет ставить это средство сканирования. Тут будут элементы какие-то, связанные с compliance-менеджером, потому что проверки могут быть не только на наличие уязвимости, но и в том числе на какие-то недостатки, описанные в политиках, а политика у нас из законодательства. Поэтому вот и такая сцепочка может быть. Вот такой вот специалист по управлению уязвимостью может оказаться в госорганах, может оказаться в промышленности, ну и во всех остальных, собственно, компаниях. При этом, если дальше посмотреть, то следующий этап промышленности, ну, электроэнергетика, как один из частных вариантов, дает возможность, собственно, взять и, ну, в том числе, родить такую штуку, как RTIM-команду. Да, RTIM-команда не настолько суперориентирована, наверное, на доставку огромного количества уязвимостей, да, но она ориентирована на подтверждение тех или иных векторов атак. Это вот самое важное, что есть. И я знаю примеры, когда в промышленных компаниях такие команды рождались и вполне себе успешно функционировали, приносили ощутимый результат. Даже могу им помахать рукой. Вот. Если смотреть на банки, интеграторы, телеком-операторов, то, исходя из просто массовости инфраструктуры, у них может родиться, конечно же, все подразделы. То есть там может быть импет-тест, и
классический Red Team, этичный хакинг, и Async, собственно, и организация самих процессов. Все это может туда включаться, и вполне себе человек может внутри этой штуки расти. При этом для этого типа специальности довольно просто описать рост. Это сначала тиммейт, а дальше это тиммлид. Вот, то есть это человек, который, собственно, сначала участвует в команде, а потом, набравшись, наверное, процессных особенностей, опыта, уже может организовать самостоятельную команду и реализовать этот процесс уже, собственно, самолично. Так, до кого мы еще не добрались? Ну да, конечно, ЦИСО. ЦИСО, тот самый ЦИСО, менеджер по кибербезопасности, директор по информационной безопасности и прочие эпитеты, описывающие человека, который стоит во главе всей этой линейки. Вот он, по идее, что-то должен делать для компании, в которой он находится. Поэтому набор его функций может разниться от 3 штук до 23 штук. И отсюда, ну, наверное, совершенно непонятная история про то, как перемещаться до вот этой замечательной руководящей должности. Здесь и управление уязвимостями, здесь и формирование архитектуры системы, регулирование инцидента, определение требований, коммуникационные какие-то стратегии и прочее-прочее. Все это висит на этом человеке. При этом, если брать развитие там, в разных компаниях, да, то он нужен-то везде. Но ЦСО, который находится там в телеком-операторе, да, то есть у него будет больше ориентировка на профилирующий процесс. Ну, то есть, условно, есть компания, у нее есть те процессы, которые она защищает, и критические для этих процессов подпроцессы информационной безопасности. Соответственно, специалист должен быть, ну, по большей части ориентирован на те подпроцессы, которые синхронны политике компании. И сравнивать их довольно тяжело. Если говорить о развитии, то есть как вот пройти свой путь от джуна, того самого, который уже подвигался внутри своей профессии и может, хочет, возможно, двигаться дальше. Здесь, ну, на самом деле, я не буду формулировать какие-то ограничения, наверное, я расскажу, если говорить о графах, да, то есть когда вы строитесь там по нескольким точкам, несколько таких связующих линий, и по ним проставляем, ну, насколько этот путь будет нагружен. Вот наименее нагружен, на мой взгляд, путь от классического там compliance-менеджера или менеджера по кибербезопасности, который знает по верхам что-то, да, то есть вот для него движение там по карьерному треку будет самое простое, потому что он просто такой эрудит, да, то есть который чуть-чуть знает везде, поверхностный эрудит. Вот именно из таких поверхностных эрудитов в целом состоит большая часть пленарных секций и экспертного сообщества. Но при этом надо сказать, что это действительно правильный трек, потому что ему нужно разбираться во всех областях, и да, наверное, глубоко это сделать не получится, поэтому и нужно тут же научиться перемещаться. Поэтому вот compliance-менеджер вместе с менеджером по кибербезопасности – это тот самый человек, который ближе всего к этой истории. Я наблюдал несколько таких карьерных треков. Один из них – это вот человек там из банка Top 100, по-моему, да, у которого в подчинении было 2-3 человека. То есть он потихонечку рос, обрастая коллективом из банка в банк. Вот, потихонечку с 2 человек до 10. Из 10, значит, чуть-чуть подальше. И после этого, собственно, не знаю, где он сейчас вообще. Но тоже карьерный трек. Если смотреть дальше, то из SOC профессии, в том случае, если, ну, вдруг наскучило, да, из SOC аналитика вполне себе можно уходить практически без трудзатрат и сильных умственных каких-то и душевных терзаний в аудит защищенности, пентест, ретим, ну, схожие профессии. Ты ищешь, либо ты атакуешь, собственно, тоже ищешь. И там должна быть достаточно большая готовность к рутине и к такой долгой и не всегда успешной аналитике. Ну, примерно так. Application Security, ну, это, наверное, единственная специализация, в которую также можно прийти из аудита защищенности, пентеста. Соответственно, и обратно тоже можно вернуться. Тут тоже никаких преград в целом нет. И там это аналитика исправления недостатков, собственно, вполне себе это будет работать в том или ином виде. При этом
Дальше все уже зависит от самого человека и его направленности. Если у него есть желание переместиться на специализацию, связанную с управлением командами и людьми, то следует всего лишь проявить некую эмпатию к этим людям и, ну, управлять ими без авторитарной модели, не ранее их чувства. И это позволит ему двигаться дальше вполне себе. Вот. Что еще я хотел рассказать? Ну, конечно, сначала ты выбираешь какую-то одну профессию, идешь по этому треку, и в какой-то момент времени понимаешь, что нет, наверное, это не то, чем я бы хотел заниматься. Это, наверное, не самая комфортная, не самая интересная вещь. Тот набор задач, который внутри нее существует, ну, хотелось бы скорректировать и поменять в том или ином виде. Как же это сделать? И вот на этот вопрос я бы ответил никак. Да нет, это такая маленькая шутейка. Да нет, конечно, можно поменять, и хорошо бы, если бы этот совет он давался сразу на первом этапе. То есть, когда, собственно, люди приходят в профессию, им рассказывают сразу о том, как выглядят эти процессы и чем придется заниматься. Вот это было бы классно. Потому что тогда можно было бы хоть как-то примерить на себя набор этих задач, вот, и сразу для себя сказать, что нет, я к этому там не готов, или я от этого точно устану. Давайте попробуем в этом подразобраться. Исходя из того, что за последний период у нас было с ребятами где-то порядка 300 собеседований, вот, я в чем-то научился разбираться и могу этим поделиться. Ну вот, к compliance-менеджменту, собственно, может прийти человек, который не устает от бумаги, да, то есть и действительно есть какая-то юридическая жилка, я уже об этом говорил. Но для этого должна быть еще и такая погруженность, собственно, в литературу. То есть если вы любите читать, делаете это с удовольствием, и дотошный человек, внимательный к деталям, если вы можете, собственно, это делать долго, не устаете и любите покопаться в детальках, то вот, compliance manager – это вполне себе та специализация, в которой вы можете развиваться. Но если усидчивости не хватает, рутина в этом плане затягивает и хочется что-то покрутить руками, то бросайте, даже хоть это довольно простой вход на первом этапе, это не даст вам развития. Идите дальше. Куда можно идти дальше? Ну, если по той модельке, которая у меня перед глазами, как подсказка идет, то аудит защищенности, пентест. Здесь, ну, то, что неоднозначно, это так романтично, интересно, но на самом деле там очень много рутины, очень много повторяющихся задач. Если у вас нет, ну, как вам сказать, если вы все-таки больше технарь, да, то есть в этом плане, то сначала лучше сходить и поучиться ставить средства защиты. И только потом уже пойти и начать ковырять, собственно, эти приложения с другой стороны. Это даст вам большее понимание, а что ковырять, да, и даст вам понимание и труда тех людей, которые, собственно, это делают. Поэтому вот для входа эту бы профессию я бы лично не рекомендовал. Но при этом там тоже огромное количество рутины. И если вы приходите вот с завышенными ожиданиями, то, как говорил Андрей Ашавин, наш великий классик, ваши ожидания – ваши проблемы. Зачастую происходит разрыв шаблонов, и романтика не оправдывается, и человек немножко подвыгорает, уходит из этой специализации. Это нехорошо, но и в целом неплохо, это такой базовый, естественный отбор. Что еще внутри аудит защищенности? Ну, нужна творческая жилка определенного рода, да, то есть кроме того, что не уставать, перебирать, рутинно выстраивать какие-то блиночки и гипотезы для того, чтобы дальше попробовать что-то проэксплуатировать, есть еще налет ответственности. Номер раз, ну, потому что если что-то ты сломаешь не так, как вы об этом договорились, белая на тебе шапка или черная, вот тут, конечно, большой вопрос. Вот. Ну, наступает ответственность, и тогда нужно немножко поразбираться в юридических моментах. А тут опять нужен compliance manager. Поэтому вопрос такой. Ну и не переоцените себя с точки зрения технической оснащенности. То есть для того, чтобы найти новую уязвимость, для того, чтобы научиться правильно ее использовать, а может быть и незаметно, нужно довольно хорошо и творчески мыслить, оригинально. Если вы повторяете чужие операции, то вам не в пентест и не в рутин. Так, сокеры.
сокеры, товарищи сокеры. Здесь нужно хорошее воображение. На первом этапе, да, действительно, рутина вполне себе описанная, но вот сразу после того, как начинается налет интеллекта в виде аналитики дополнительной, выстраивания гипотез, то здесь появляется огромное количество описаний, которые помогают фиксировать результаты вашей работы, и огромное количество творчества, потому что это так же, как при выстраивании вектора атаки. Вам нужно попробовать вообразить нужный вектор атаки, переописать его и еще и технически показать, как он должен детектироваться. То есть это в любом случае тоже очень такая нагруженная с точки зрения описательской части работы. А также нужна базовая фантазия для того, чтобы формулировать эту гипотезу, формулировать в нужном виде. Если говорить про application security, то здесь база – это знание все-таки и тяга к приложению как таковым, знание их структуры, умение либо знание порядка хотя бы двух языков программирования в базе, может быть, да, то есть, но для понимания, как выстраиваются объектные взаимосвязи, да, то есть, чем отличается язык низкого уровня от языка высокого уровня, там, прочее-прочее, то есть, это надо хотя бы понимать и этим интересоваться. И банальная усидчивость, внимание к деталям и усидчивость. Если у вас нет усидчивости, я вот программист по образованию, без усидчивости, который не смог этим заниматься в итоге, вот, это не про вас. Это не даст никакого результата, потому что зачастую поиск бага, да, то есть поиск какой-то уязвимости или ее подтверждение может занять огромное количество времени. Соответственно, вот этим всем воздушным, софт-скилловым человеком я бы посоветовал идти куда-нибудь еще. Network security. Здесь в базе нужно хорошее знание сети. Все остальное практически не важно. И после там, базовых знаний именно сетевой составляющей, уже не важно, там, какой конкретно межсетевой экран или какие конкретные настройки для той или иной сети сегментирования нужно сделать. Это действительно уже рюшечки. Вот. И знание сети, насколько вот я чувствую, всегда предполагает там такую исполнительскую ответственность, разграничение этой ответственности, потому что все сетевики, которых я знаю, они довольно комплексно и правильно сначала описывают свои функции, а потом им точно и до буковки соответствуют. Не знаю, насколько это правильно, вот, и, наверное, архитекторы по сетевой безопасности, они ведут себя по-другому, но их настолько мало, вот, по всей стране, что на основе них никак нельзя составить какой-то общий психологический портрет. Ну, а менеджер по кибербезопасности – это классический лидер, который должен быть с долей энергии, с долей практики, с долей какого-то практического смысла. Вот. По нему никаких комментариев давать не буду. Друзья, мне кажется, мы все. Если есть какие-то вопросы, исходя из того, что аудитория у меня несменная, то и вопросов не будет. Я предлагаю поаплодировать Михалычу, коллеги. Спасибо, спасибо.